Из-за эпидемии коронавируса весенний призыв сдвинули на 2 недели. Прием в военном комиссариате сейчас закрыт. Тем, кто уже имеет на руках повестку, на начало апреля необходимо явиться в военный комиссариат с 13 по 20 число этого месяца. Да, официально решение, значит, командующего военного комиссара, призыв начнется с 13 апреля. Наша оперативная группа работает, но не в полном составе, прием граждан ограничен. Как сообщили в военкомате, на все интересующие вопросы сотрудники готовы ответить по телефону.